так и Путин говно. Они два говнюка, они не выходят на позиции. Сталин никуда не выходил. Он себя рисовал. Ты знаешь, он себя Сталин рисовал на позициях? Типа он ходит, потом проверяет батареи, танки. Там. Он не вылазил из бункера никуда. Я такой же Путин. Так что good luck искать яйца у Путина. Вот как можно написать вот такую вот хуйню, как вы написали? Ну как вообще? Это пипец вообще, а? Я, конечно, понимаю, что свобода слова, но ну, такие названия, но это ужас. Дети России. Вы что, серьезно, Пушкина не читали, и Тютчева не читали? Алло, ёпта. Как вас звать? Алло. Я говорю, как вас звать? Санёк. Санёк. Так, по-простому, да? Да, как еще, блядь? Не, ну, как бы, да. Александр, это ваш, как бы, выход в свет. Представьте, 729 человек вас слушают. Вы можете сказать, Александр, там, Ефромирович, какой-нибудь, Ефимович. Ну, назовите себя достойно, Санек. И что? Ну, как-то, знаете, как будто шайба под ногами, Санек. Давайте по-другому, давайте еще раз. Александр Македонский. Здравствуйте, меня зовут Александр Романович, я из России. Вот, видите, сразу такой уже орел. Город Улан-Удэ. Орел над головкой. Улан-Удэ? Это Саша Бурят, что ли, зашел ко мне? Да. Ёпта, да. Не знаю, что сказать даже. А почему такое имя не бурятское? Ну, родители так захотели. Как бы, знаете, вас пытаются отмыть вашу Бурятию, да, именем. Прикольно. Неприятно иметь бурятского сына. Как не повезло, родителям. Бедные родители. То ли дело русского родить, то ли дело вот там, не знаю, там москвича, а вот бурята родили. Несчастные ваши родители. Пришлось назвать Сашей, да? А вы хоть бурятские имена... Родители вообще бедные. А вы бурятские имена хотя бы знаете? Можете перечислить? Там два мальчика, две девочки. Бурятских. Можете перечислить? Агдан, Хашахто, там еще женские имена, Яна. Яна это не бурятское имя. Ну, женских, честно, не знаю. Ну, вы не... Еще раз, какое у вас название? А, Саяна. Саяна, да. Ну, вы не хотели бурятское имя, да, иметь? Или вы не хотите его поменять на бурятское? 18 вы можете написать. Ну, как-то без разницы. Как родители назвали, так вот. Пусть и будет. Посевняк, да? Посевняк, полный посевняк. Так, и сколько вам лет еще раз, да. Саша, бурят? Достаточно. 13. 13? 3, да? Хорошо. У вас черты лица бурятские, да? То есть вы не прячетесь. Вы себя там никак-то там не расширяете, да? Обязательно. Нет. Волосы фиолетовые не перекрашиваете? Зеленые? Не, ну, нет. Я говорю, вас устраивает, вот, кто вы есть? Вы себя не говорите, что вы русский, что вы славянин, не говорите, нет? Да мне как-то без разницы. Хорошо, вы гордитесь тем, что вы бурят? Вам нравится быть бурятом? Для меня? Да. Круто, серьезно? Да. А если вот так вот постараться, вот так да. вот назад вернуться, и вот мама... с другим дядей переспала, и вы русский. Вам бы... Ну, и опять же вы родились. Только, опять же, Саша, опять же вы, только вот внешность такая вот, славянка, славяно-славянская. Вы бы не хотели другое лицо иметь? Ну, мне как-то без разницы. Ну, где родился, то и буду любить. Хорошо, корни свои знаете? Не особо, честно. Тоже без разницы. То есть Бурятия – это не та страна, которую можно изучать, интересоваться, тем более в школе, пока вы учитесь, как раз все надо досконально изучить, чтобы потом вырасти, знать свои корни, идти дальше бурятам, на Бурятию работать, строить Бурятию, как бы развивать, выводить ее из полной жопы. Из жопы выводить нужно бурятам. Обязательно. Ну, вы же не изучаете историю. Как можно идти вперед без истории? Как бы сзади должен быть шлейф ваших предков. Вот, знаете, как фата такая, ух! И там вот все ваши тысячелетия, все ваши победы, войны, победы, воды, ханы, языки, культура, песни, все это у вас бурлит, а потом вы вперед двигаете. Нет? Нет. Надежды на вас в Бурятии нет, да? Ну хорошо, поддержите СВО. СВО, ну...
Как решили, пусть так и идет. Разница. А вы знаете, сколько бурят уже умерло? Без разницы, потому что 200 тысяч бурятии они не зарабатывают. Тоже без разницы. Привозят же пакеты. Они мои родственники. А ваши родственники получали повестку? Нет, никто. А если папа приходит, а там лежит бумажка? Там такой-то, такой-то. Завтра 12 часов вас ждем в военкомате. Что вы скажете? Папа, беги. Как я говорю, русский, вы меня слышите? Бегите. Ну, у него просто такой возраст, его уже точно не возьмут на СВО. Я вчера показывала. Так что бояться нечего. Вчера. Ему меньше 60? Меньше. Я в шоке. Вы вообще лишние, буряты, вы лишние. Вас вообще не должно быть. Вас не должно быть. У вас есть земля, которая нужна России. Вы там не нужны на земле, понимаете? Вас, вот папу убьют. Вот все эти буряты, которые 51, 52, 53, 54, 55, 8, 59, они там, в Украине сейчас. Сидят в плену. Ну, их не обменят, потому что как бы зачем буряты возвращать домой? Зачем? Старые буряты сидят в плену в этом, у Золкина. Посмотрите интервью. Я в шоке от вас. Берут старых бурят. Берут. Берут. Они не умеют воевать. Они старые. Они несчастные, они тупые, они, как конченые люди выглядят. Что с них взять? Ну, они же буряты. Они воевали вот за Путина, за какую-то копеечку, воевали. Вашего папу могут забрать. Я говорю, вот придет повестка, что вы скажете? Папа, беги или что? Или прощай навеки? Ну, эта ситуация пока не произошла. Она может произойти. Я же не говорю, что... Например, Майкл Джексон вернется с того света и выебет вашего папу. Такого не будет. Да, Майкл Джексон как бы нетрадиционной ориентации, но он не вернется и Бурятию точно не поедет. Я бы посмотрел. Да, но ту ситуацию, которую я описываю, она точно может случиться. Как бы 80 из 100. 80 из 100. Попробуйте напрячь свои извилины. Вам папа нужен? Обязательно. Вот. Скажите, я против войны. Папа не пойдет. Не пойдет, папа не пойдет. Папа уедет, спрячется. Мой папа бурят, не будет. Да, уже бежим в Украине. Уже бежим прятаться в Украине где-нибудь. Ничего не понял. Что за сарказм? Вы же сказали, что вы не хотите, чтобы... Вы я не в ту же Монголию уехал. А? У вас Бурятия очень плохой интернет. Бегу уже. Короче, Саша. Я на кухне, ёпта, сижу. Вы закончили общаться? Будет. Я знаю, плохой интернет. Вы хотите, чтобы буряты воевали в Украине или нет? Да, нет, и все, и я вас спускаю. Нет, конечно. Это правильно. Вы хотите, чтобы Путин ушел в отставку? Ну, а кто будет? Ой, ну, хотя бы ваш папа. Я не против. Вот честно говорю, я не против. Бурят, который... Ну, а почему нет? Почему? Потому что буряты недостойны представления. Вы же братья. Ну, почему нет? Что? Что ваш папа гей? Нет. Алкоголик? Нет. Трудящийся из Бурятии. Давайте, выставляй. Вы что, считаете, что он должен как-то с неба спуститься? Я лунтик? Нет. Немцова? Нет. Место свободно. Берите. Вы маленький, папа большой, пусть берет. Вы меня услышали? Саша, у вас реакция просто ноль. Вы в этой жизни профуфукаете всю жизнь с таким медленным думанием.